самый вкусный, самый вот бесподобный холодный чай, сделанный, ну, вот просто за копейки, очень хорошо утоляет жажду. Просто вот, ну, просто бесподобнейший чай. Как его сделать? Сейчас покажу. 3 ингредиента, которые нам понадобятся. Мята. Вот только что срезал у себя на даче, помыл холодной водой. Малина. Листики малины с веточками. Видите? И листики смородины. Тоже с веточками. Вот на такую вот кастрюльку объемом там 3 литра. В кастрюлечку мы вот так вот сложили. Водички набрали и поставили на огонь. Все закипело. Засекаем 5 минут. Чай кипел. Теперь у меня здесь 5 столовых ложек сахара. Накрываю крышечкой. Выключаю. И жду, когда оно остынет. Оно остынет, разливаю по бутылкам в холодильник. Грубо говоря, бесплатно. Благодаря нашей матушке природе. Вы смотрите, думаете, делать, не делать. А в это время я уже наливаю холодный, тонизирующий, вкусный чай. Это просто бомба из бомб. Делается быстро. И также быстро он, если честно, выпивается. Все. Делайте вкусный, холодный чай себе и своим близким. Радуйте их. До новых встреч!